Метеорологические качели в Крыму наконец привели к тому, что снежная погода отступит как минимум на несколько дней. Воздушные массы с юга принесут вместе с собой рост температуры воздуха до 4-9 градусов выше нуля. Ночью, тем не менее, зима сдается не так охотно. Столбики термометра будут колебаться от минус 6 до минус 1. Осадков в гидромете не ожидают, так что крещение придется отмечать в сухую теплую погоду. Температура моря сейчас по-разному. Например, если брать южный берег, то 8-9 градусов. Если брать вот Керченский пролив, там 3-2 градуса. Начиная с выходных, в Крыму станет еще теплее. Так, столбики термометров не опустятся ниже нуля даже ночью. При этом не ожидается и сильный ветер, так что выходные обещают быть мягкими и комфортными в плане погоды. Лишь в нескольких районах пройдут незначительные осадки. Возможно, осадки 19, вот какие-то небольшие и в виде дождя. Ну, в горах с учетом температуры где-то около 0 градусов, там возможен даже мокрый снег, тоже небольшой. Начало следующей недели, в отличие от выходных, будет не таким теплым и солнечным. Температура днем едва достигнет 5 градусов выше нуля. Ночью и вовсе ожидается небольшой мороз. Никита Егоров, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.